到第二本《金陵绝恨》。Такой чисто видно городок, где 11 тысяч жителей. Через 350 метров поверните направо на дорогу МЖ-460. Мне объяснили, что когда мы проезжали... Да, на, вот посмотреть, где все, что-то объяснить. Хорошо, посмотреть, что. Поверните направо на дорогу МЖ-460. Центральная площадь. Вот мэрия. 1,8 километра. Главное, поверните направо. Это дерево называется пиня. Как? Пиня. Ой, вот, да. Вот эти орехи, которые тебе были интересны, показались. Такие продолговатые, похожи на миндаль темно-коричневого цвета. Когда ты пробовал. Через вот они на этом дереве растут. Ладно, поверните направо. Полностью. Были здоровы, которые мне так себе не особо нравятся. Нет, другие. Потом покажу, да. Когда мы встретим продажи, я тебе потом покажу. Поверните направо. Тоже говорили, что 5 километров по асфальту, потом будет грунтовка.
Что случилось? Слышишь? Bom dia. Aqui nós podemos chegar para a cachoeira? Cachoeira? Sim. Tem uma cachoeira para perdia. Peridinho, isso. Obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Через 4,2 километра готовьтесь припарковать автомобиль вблизи дороги эстрады военного тренда Лосокоров. Оттуда необходимо будет продолжить продвижение к пункту назначения пешком.
Подозрительно, что только мы едем. Другие другой путь выбирают. А? Другой путь другие выбирают. Thank you.
готовьтесь припарковать автомобиль вблизи дороги из Прады в Вейну-Тенгену за городом. Оттуда необходимо будет продолжить продвижение к пункту назначения пешком. Вот это новости. Что это? Птица. Пеканто. Дас. Птица, да. Вот написано, что? Что? Вот написано, что? Нет, там что было написано. Так, уголок журитизм, я не знаю, как это написано. Что? Давайте. Оттуда необходимо будет продолжить продвижение с пункта назначения. А указатель куда был? Потом прям. Через 200 метров выйти из штата Вейну-Брэндвилл за город. Мы прибыли, но где другие указатели? Вон, да, фотографии какие-то есть, записывайте, что. Что-то здесь. Усады, это дом отдыха. Что такое Кашвейр? Кашвейр — это водопад. Нам пешком или на машине? Ну, согласно ее словам, нужно машину оставить, пойти с пешком. В правую сторону, потому что прямо... Че? Прямо тут здесь остановиться, а правую сторону над водопадом. Я с другой стороны. Я скрою.